Аниме, конечно, нормальное, жаль, не законченное. Видимо, придется читать мангу. Неплохо, но и манга не закончена. Значит, ранобэ. Да, ранобэ неплохое, да. Жаль, не законченное. Еще одно старческое аниме «Фе». Раньше сериалы выходили полностью законченными, как правило. Сразу анонсировали, сколько там у нас, 25 эпизодов, 52 эпизода, да, или сколько там. И он выходил практически полностью. А если сериал понимал, что он догоняет мангу, он такой, ну, ладно, мы сейчас свою, короче, концовку забахаем, нормально закончимся. То сейчас мы живем просто в проклятое время. Сейчас эпоха сезонного аниме, когда выходит буквально 12, либо хотя бы 24 эпизода. И на этом все заканчивается. И шансов получить законченное аниме крайне мало. Я совершаю, как правило, две ошибки, но я сейчас уже умный, я стараюсь их не совершать. Первое, это я читаю мангу. Потом мне становится абсолютно неинтересно смотреть аниме, которое позже по нему будет выходить. Просто, ну как бы зачем? Я один раз уже, я знаю историю, я уже в курсе всего. Нафига мне еще раз тратить свое время, чтобы посмотреть то же самое, только в анимации? Как-то это, ну блин, просто не стоит того, если куча есть другого того, что вот и не смотрел. А вторая ошибка, это когда ты посмотрел какой-то интересный как раз первый сезон аниме, прочитал мангу, и после этого тебе второй сезон аниме абсолютно не интересен. У меня такое было с «Семьей шпионов», с «Доктором Стоуном» и с какими-то еще другими тайтлами, про которые я уже даже не помню. Вероятнее всего, они были тоже весьма так себе. Дело в том, что я не из тех людей, которые могут пересматривать какие-то сериалы по много раз. Я знаю кучу примеров, когда мы там смотрим, ну, это One Piece на третий круг я смотрю, там, подумаешь, я там 1000 серий 3 раза посмотрел, ну, блин, мне же что делать нечего. Проблема в том, что я, например, как правило, внимательно смотрю сериалы. То есть я не включаю их на фоне. И для меня, ну, типа, просмотр — это реально просмотр, а не просто, ну, я там что-то включил, там вот тут в маленьком окошке, вот тут вот кусочек экрана, короче, я сижу, гоняю в дотку и параллельно смотрю аниме. Поэтому, как правило, в своем случае я контент потребляю один раз, и мне этого хватает. Благо, на такую фигню почему-то у меня память работает хорошо. Больше бы, я не знаю, имена людей запоминал или даты рождения, что ли. Мне интересно, только у меня такая особенная прикольная проблема в башке? Или я не один такой, и вы, мои дорогие зрители в комментариях, также с этим сталкиваетесь? Потому что мне кажется, что это, ну, довольно распространенная фигня. Если тебе понравилось это бесполезное видео с моим старческим бубнежом, то можешь оставить комментарий, поделиться им с друзьями, ставить лайк, подписаться. А я постараюсь и дальше делать какой-то более-менее нормальный контент. И да, кстати, сейчас будет время рандомного котика. А что, вы меня звали, да? Кися, давай сюда. Фу, ты что водой плюешься? Ты что, напился, что ли? А, у тебя вся борода мокрая. Покажи бороду. Нет, не покажешь. Ну и ладно, жопа ты кошачья.